панель управления. Ты что-нибудь понимаешь? Нет. Лейтенант, есть у нас склад или нет? Ожидайте. Вот он. А если ты умрешь? Вариантов нет. Последним займемся мы. Я их вызову. Объяснишь им все по воксу. Есть, капитан. Веридиан, Таласа, вы получили новые приказы от Экирана? Так точно, брат. Двигаемся к точке Альфа. Таласа продвигается к точке Бетта. Вам нужно будет повернуть миниатюрную копию обелиска. Предупреждаю, это будет больно. Главное, чтобы гнусным предателям было еще больнее. Боль укрепляет веру. Я выдержу ее с радостью. Удачи, братья. Братья! Что вы нанесли за старые игроков хочет за боли? Они получат в 3 раза больше, прежде чем мы подходим. Громадный демон третирует наши войска. Что именно мы пытаемся сделать с обелисками? Аврора создает в Эматериуме разлом, своего рода врата. А эти маленькие обелиски — ключи от врат Варпа. Повернем ключи и закроем ворота на замок. Именно. Через эту дверь, братья. Идем. Еретики! Вышвырнем их прочь! Обрушим на них свой гнев! Корчатся в огонь. Осталось 2.
связи. Маршрут. Передаю вам. Твой план и правда может сработать, Кадриль. Любая идея ничто без тех, кто воплотит ее в жизнь. Похоже, мой слух пострадал. Не мог же ты и правда проявить смирение. Нашел боеприпасы. Thank you.
существо создано, чтобы страдать. Да будет так. Тит, Дэнси добрался до панели управления обелиском. Трон, кажется, это та еще пытка, но он держится. Брат, ступай с нами. Ты утолишь свою ярость и послужишь общему делу. Ведите меня в самое пекло.
Где лорд Калгар? Это ловушка. Возможно. Мы в Иматериуме? Если так, медлить нам нельзя. Что дальше? Нужно найти Калгара. Воля изменяющего пути неотвратима. Даже сейчас мы идем древними тропами, проложенными задолго до того, как на свет явился первый из смертных. Идите же ко мне, братья, и исполните свой последний долг. Лорд Калгар бросил тебя гнить в карауле смерти на целый век, брат Тит. Брос! Хватит прятаться за иллюзиями! Пусть ненависть станет вашим щитом, братья. Я чую. Тем, чтобы отрубить тебе голову.
приказам! Иначе лишь зря потратите патроны! Come!
Что я сказал тебе на Телосаре? Повтори! Милорд, говори, иначе я убью тебя как самозванца! Правила не должны становиться клеткой для интеллекта. Это ты, Тит. Рад тебя видеть. Его колдовская сила пошатнулась. Он уязвим. Смотрите, как его царство слабеет вместе с ним. У него осталось лишь одно укрытие. Выкурим еретика оттуда. Вижу его. Находится в потоке энергии. Он готовит очередную атаку. Артефакт там. Должен быть там. В этом осколке заключена почти бесконечная сила. Спешить, братья. Надо перезарядиться. Вставай, Тит. Твой долг еще не исполнен. Императора! За императора!
лейтенант Диметрий Тит. Твои решительные действия спасли эту систему. И я с гордостью вручаю награду, достойную подобного подвига. Лавровый венок. Пусть каждый воин Адептус Астартес видит, что перед ним образцовый сын Жилимана. Во славу Ультрамара! Отвагай честь! Рота, вольно! Прости, что твое возвращение домой затянулось. Милорд, это... Я разгневался, когда узнал о твоем аресте. В своем высокомерии Инквизиция не сумела понять истину. Никакому злу не сломить преданности, подобной твоей. Спасибо, милорд. Есть миссия. На время тебе придется покинуть вторую роту. Как прикажете, магистр. Брат Капеллан все объяснит. Это он предложил тебя. Милорд, меч Калта готов к вылету. Спасибо, капитан. Мой корабль доставит тебя. Буду рад твоему обществу. Тит, это была честь для меня. И для меня, мой капитан. Слышал, ты нас покидаешь. Ненадолго, надеюсь. Храни тебя, император. И вас, сэр. Новая миссия. Тебя будет не хватать. Я не забуду кровь, пролитую вместе. И мы тоже. Я у вас в долгу. Вы возродили мою веру в братство. Мы будем ждать тебя. Отвага и честь. Отвага и честь. Калгар сообщил о твоем задании. Хорошо. Детали расскажу в пути. Ты летишь с нами? Да. Принято, милорд. Ты хорошо поработал. Заслужил доверие своих братьев и магистра ордена. Но знай, Тит, тень подозрения не пропадет бесследно. Я буду за тобой следить. И если ты хоть на миг сойдешь с истинного пути, я не проявлю пощады.